огромная тебе благодарность, КВ, что помог нам победить по тысяче. Не за что. Что? Мои сканеры заметили слишком много магической энергии тут. Видимо, скоро прибудет какой-то адский монстр. Генерал Енакиев, я предлагаю тебе, твоей армии и КВ-44 вступить в мои ряды. Война все равно проиграна. У меня вообще есть вопрос один. Что здесь происходит? Ты же понимаешь, что сопротивление бесполезно. Черт возьми. Итак, капитан Енакиев, может быть, вы окажетесь разумнее, чем он. Погодите-ка, что у вас в руках? На указанные координаты отправляйте мощь всех орд и советской доры. Чего? И это все, на что вы? Он еще говорил что-то про советскую дору.